Употребляя воду с медом и лимоном, не стоит забывать о следующем. Рекомендуется употреблять воду натощак и желательно за полчаса до основной еды. Воду следует пить теплой, а не холодной. Не стоит добавлять мед и лимон в горячую воду, так как исчезнут все полезные вещества. Вода, как ничто другое, лучше всего способна позаботиться и запустить все необходимо важные процессы в организме. Поэтому идеальным началом утреннего пробуждения считается выпитый стакан кристально чистой питьевой воды и желательно натощак. Ну а если вы хотите порадовать свой организм, то просто добавьте к воде чайную ложку меда и небольшой кусочек лимона. Такой утренний коктейль вдвойне будет полезен для вашего здоровья. Как известно, мед и лимон относятся к ряду полезных и вкусных продуктов, которые отлично друг друга дополняют, образовывая всемогущее средство с лечебным эффектом от множества различных болезней. Поэтому вода с медом и лимоном рекомендуется многими специалистами, которые с уверенностью утверждают, что именно такое сочетание подарит не только внутренний комфорт и спокойствие, но и ощущение утреннего бодрого расположения духа. Чем полезен медово-лимонный утренний напиток? Первое. Вода с медом и лимоном отлично помогает для пищеварения. Такой коктейль расщепляет лишние жиры в организме и активизирует работу пищеварительной системы. Лимонный сок очищает печень от токсинов и в дальнейшем выводит их из организма. Что же касается меда, то этот продукт обладает уникальными противогрибковыми, антибактериальными и противовирусными свойствами, благодаря которым организм крепнет, а также становится сильнее и выносливее. Второе. Лимонно-медовый напиток действует как наилучшее лекарство от простуды. Он снимает болевые симптомы на горле, очищает легкие, избавляя больного от кашля. И служит профилактикой при инфекциях и вирусах, сопровождающихся слабостью, ознобом, головной болью и температурой. К сведению, лимон рекомендуется употреблять вместе с кожурой, так как именно в ней содержится самый ценный кладезь полезных витаминов. Третье. Данный витаминный коктейль достаточно эффективен при похудении. Выпив с самого утра стакан с медово-лимонной жидкостью, подавляется чувство голода и снижается аппетит. Если на постоянной основе употреблять лимонный сок и пчелиный продукт, то жировые отложения будут скоропостижно исчезать, а в результате этого нормализуются обменные вещества и стабилизируется уровень сахара. Четвертое. Лимонно-медовый коктейль повышает иммунитет, и все благодаря высокому содержанию в нем большой концентрации витамина С. Ежедневное употребление такого напитка по утрам скажется однозначно положительно на вашем здоровье. Пятое. Напиток полезен для сердца. Очищается кровь от токсинов, снижается уровень кровяного артериального давления и улучшается память. Шестое. Мед с лимоном улучшает внешнее состояние кожи, обладает омолаживающим эффектом, приводит в порядок все тело, борется с угревыми высыпаниями и морщинами. Имеются противопоказания: индивидуальная непереносимость напитка, возможна аллергия на компоненты, не рекомендуется при желудочных заболеваниях, язве, гастрите, изжоге, воспалительных процессах кишечника, запрещено при сахарном диабете и панкреатите. Медово-лимонный напиток – это настоящий эликсир жизни, который заряжает энергией на целый день, помогает привести тело в порядок и укреплять здоровье человека на долгие годы вперед. Понравилось видео? Не забудьте подписаться, чтобы не пропускать новинки. До новых встреч, всем пока!